Всем привет, Ютубу привет. Вот надо доковырять немножко крышечку на апельке. Я думаю, кто соображает, тот уже увидел. Но тут вопрос не в этом. Тут Максим, вот что можно сделать. Это ответ как бы на твой вопрос, вернее, понимание. Вот берется железяка, гнется. Сюда можно наклеить шумочку внутрь. И можно делать. Это можно практически сделать с любой лески. Вот. И еще раз повторюсь, что в магазинах все это продается. Вот. Взять, наклеить обимку, там, допустим, вот такую или другую какую-то. И все, можно наработать. Вот. А что касаемо, вот я написал там любую разделочную доску. О, а где они? Уже нахватизировал. Вот, пару досочек таких. Одна довольно большая, вторая поменьше. И как мы можем видеть, взять тут ножик, попытаться что-то тут нарезать. Вот на этой практически и следов не остается. Ну, полоски как бы могут быть, а она не режется. И это, в общем-то, стоит копейки, досочки или разделочные, или как их не назови, ну короче, вот я думаю, что одна рублей там 150, другая может рублей 200, а может и за обе 200 отдавалась. Так что вот так, я не вижу смысла покупать такие вещи, которые вы можете сделать сами. Вот, или допустим, да, можно вот такое по дешевке купить в хозмаркете где-то, в магазине крепежа. А можно что-то купить по приличной цене. Или вот. Что, проблема колечко его молотком побить и вот так вот женщине прострочить на машинке, но я уверен, это не 200 и не 300 рублей будет стоить. Вот при заказе. По-любому там как бы денежки. Поэтому я делаю инструмент, который могу сделать, у варялки из обычных отверток. В общем-то, сами понимаете, это все стоит копейки. Ну, не копейки, рубли, но имеется в виду, что не такие уж большие средства затрачены. А если что-то не получится, либо переделать, либо в конце концов выкинуть. Вот, поэтому, Максик, прежде чем что-то покупать, не трать свои денежки. Вот, Паша, где-то кто-то уже это выложил. Где-то кто-то что-то это уже сделал. Все. Я желаю удачи и покупать только те вещи, которые как бы ты не можешь сделать сам. Могут сделать тебе друзья, товарищи там помочь. И опять же, если тебе надо. А просто коллекционировать смысла нет. Денег не хватит коллекционировать инструменты, приспособы, все, что связано, допустим, с покраской. Это нереально. Это будет сумасшедших размеров, потому что все, что касается без покраски, сейчас уже всего выпускается и выпущено, и еще будет выпускаться, что это просто на вооружении будет. А в общем-то никому не нужно. И как мы все знаем, что в принципе спросом пользуется в основном определенное количество крючков, остальные все висят. Так же, как и все остальные приспособления. Да, конечно, их неплохо иметь, но, поверьте, без большинства можно обходиться. Все, всем удачи, пока-пока, счастливо.